специально нанес метки, чтобы зуб в зуб попадали, как до этого была сборка по заводу. Специально перед разбором нанес меточки. Друзья, поставили промежуточный вал, установили его на место, затянули крышку, естественно, все собрали на герметике. Вот этот вот новенький флянец, но перед его установкой настоятельно рекомендую вот эти отверстия продуть и обезжирить. Продуть и обезжирить. Здесь тоже продуть и обезжирить. Болты вымыть и нанести синий фиксатор резьбы. Я уже чувствую вопрос, как же установить правильно флянец промвала. Все просто, друзья. Смотрите, давайте обратим внимание на старый флянец. Старый флянец, он полностью металлический. Трения со стороны большой звездочки никакого практически нету. Смотрите, но здесь, снутри, со стороны промвала, есть трение. Видим, как протерло металл. Естественно, на новом флянце мы устанавливаем бронзовой частью к самому промвалу. Но у нас, смотрите, формы разные. Естественно, этим вылетом мы будем устанавливать, вот, перекрывая большое отверстие. У нас уже фиксатор резьбы заблаговременно. Мы его устанавливаем. Только таким способом, друзья. Все закручиваем.